сезон предстоит трудный, сами знаете, олимпийский, все очень сжато. Планку мы высоко с вами подняли, попали в плей-офф, теперь на нас будут настраиваться по-особому, будут ждать от нас результатов. Планку мы опускать не имеем права, мы должны идти дальше, просто попадать в плей-офф. Мы играем в плей-офф первый раунд, попадать во второй. Я думаю, мы все этого хотим. Поэтому всем добрый путь, всем удачи. Спасибо. На продолжение слов президента, задачи всем все понятно, стоят, всегда говорю, да, было время отдохнуть, пришло время работать, давайте будем работать и выполнять поставленную задачу. Вот то, что сказал президент, он будет еще более сложным, но от этого чем сложнее, тем интереснее. По-другому настраиваться будут, мотивация против нас другая будет. Но вот от того, как мы сработаем все вместе, вся команда, по своему честно, от того, как мы будем мотивированы, будет зависеть результат. Я считаю, что в прошлом году именно такая команда была. Вот знаете, к этому стремиться, потому что сейчас будет вам сложнее, настроиться сложнее, а нужно будет еще больше находить мотивацию, чтобы оставаться на уровне и прогрессировать. Всем спасибо. Все, за работу. Спасибо. Пульс 150 ударов в минуту. Если у вас пульс больше, вас тормозят. Ну, в том плане, что надо бежать спокойнее. До завтра.